Всем привет, канал Мусалим, в работе у нас Шкода Йети. Теперь приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор, пол, багажник, несколько кусков микропластика. Задние арки также небольшие квадраты. Проклеены в автомобиле одни из самых шумных мест. Пол в салоне смотрим, где обработан. Крышка металл. По дверям. Также кое-где микропласт присутствует. Владельцы не устраивают данную шумоизоляцию, готовим поверхность и приступаем исправлять. Так, друзья, закончились эти микропласт на Шкода Йети. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки. Тщательно прокатываем валиком, проклеен пол в салоне. Обработана крыша. По дверям нанесли первый слой вибропласта толщиной его 3 мм. Приступили наносить второй слой. Мембранная шумоизоляция Integra 6 мм. Продолжаем нашу работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Шкода Йети. Проклеим у нас шумопоглотителем пол в багажнике. Задние арки. Пол в салоне. Обработана крыша. По дверям нанесли первый слой вибропласта, вернее третий, извините, слой вибропласта 2 мм, четвертый заключительный слой мы наносим, вернее обшивку. Автомобиль готов, собираем, проверяем, ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал, всем пока!